Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами Кирилл и Михаил. Мы начали цикл летсплеев по игре Terraria. По крайней мере, в моих планах дойти и убить стену плоти, а дальше выпускать серии по мере возможностей и желания. Ну, в общем, поздоровайся. Ну, здравствуйте. Ну, и я в этом буду всячески помогать, и если что... Ну, короче, так, Кирилл уже довольно-таки давно играет в эту игру, можно сказать, что он профессиональный геймер в эту игру. Да не заткнись ты, сам ты задрот. Ну, и он уже тут довольно-таки хорошо всегда разрывается. Я в эту игру начал играть только вчера и... Ну, Биара! Заткнись! А то я расскажу твой фейл сегодняшний. Вот, да, блин, заткнись, господи. Это шантаж, да, это шантаж. Я тебе это припомню однажды. Запомни мои слова. Размечтался. Ну что, где начнем строиться? Да, прям тут. А, ну ок. Ну, эта игра... Майнкрафт был, скажем так, разработан по прототипам этой игры. Как вы видите, все действие здесь происходит в 2. Нет, Майнкрафт не был разработан по прототипам этой игры. Но отсюда было взято много чего. Нет, взято много чего было из Dwarf Fortress. И не из чего больше. Нет, и все-таки отсюда тоже. Обе игры были созданы как от Dwarf Fortress. Только одна в 3D, а другая в 2D. Ну, самое интересное, что Террария без модов есть Майнкрафт. Не, ну как, есть пак мод, но да, я, но... честно, видел только один. Ну, Террария без модов — это практически Майнкрафт с некоторым количеством модов, типа Industrial Craft и других. Ну, так как есть тут довольно много чего интересного, начиная от цветового меча. Да, это именно он с такими звуками. И заканчиваю, ну чем? Ну, в общем, вы меня поняли. Кто-то называет это джетпаком, лично я сам знаю, что это крылья, что на них можно летать. И реактивные сапоги, такая хрень тут тоже есть. Да. Крафт тут по большинстве своем производится вручную, но все-таки для довольно-таки большого весомого количества предметов нужен верстак. Ну, я бы не сказал, что большинство его вручную делается, потому что... Ну, все-таки довольно много предметов можно скрафтить вручную. Ну, сколько? Бутылку с водой только можно тут скрафтить вручную, наверное. Ну, вот сейчас у меня... Мы только вот начали играть, я уже могу вручную скрафтить факела, деревянные платформы и верстак. Ну, извини, факел я сам могу нанести на него гель, блин, да и поджечь, хрен ли тут делать. Так. Так, что это, птичка? Ну, это вот стандартный, так скажем, перс-кайл по большинстве... Ну, по игре будут появляться все новые и новые персонажи. Кайл, да, при нашей... Мы, короче, это, хотели с другом заснять сейчас вот еще с одним нашим. Да, но у него... Ну, в силу его слабого интернета у него ни хрена не получилось даже зайти на сервер, мало того, что там играть. Отойди. Так что... Да, и, короче, в том мире, на котором мы пытались, там вот этого гида, короче, Джастин звали, почему-то мне, блин, на это такое в голову залезло. Нет, его Дастин звали, но мне почему-то в голову Джастин полезло. Ну, поэтому... потому что Бибера слушает, чувак. А, блин, я про тебя молчу, что ты слушаешь? Ну да, там, конечно, Линкин Парк, Никелбэк и прочее. Не, он пиздит, на самом деле, знаете, он пиздит. Размечтался. Ну, всё, а фон ты, я так понимаю, строить не будешь? Я тебе чё, гастарбайтер? Да, он самый. Все, этого хватит? Нет, начнем с того, что как строить фон. А, забей. Это называется не фон, а деревянная стена вообще. А, на верстаке, значит, да. Ну, деревянная стена, так деревянная стена. Так, давай-ка скрафтим... Остальное сам строй.
деревянный молот поможет мне. Деревянный меч не буду, верстак. Я думаю, нужен столик. Столик. Нужен стульчика. Я так две штучки. Нахрена? Ну ладно, я уже две скрафтил. Деревянная стена, каменная стена. Ну и, допустим, сделаем 5 стрел. Для лука у нас уже не хватает. Ну и факелов. Чем отличается полинезийский факел от обычного факела? Полинезийский в руках нельзя носить. А, не хватает на лук. Медная руда. Все. Ах да. Наш, крепость готова. Да, на первое время. Так нужно. Так, ща этого надо сюда поселить. Дай стул. А, сейчас. Ну. Замечательно. Дай мне стул, мать твою. Сейчас. Вот стол. Отойди. Кинь. Вот. Один стул. Ладно, насрать, и так гиду тут можно поселить теперь. Чтобы он не шастал по ночи везде. Классный. А то я заметил у них такую тенденцию. Короче, тупо бегать ночью. От выхода к выходу и открывать двери, впуская этим зомби и всякую остальную нечисть. Слышь, смотри. Я не знаю, как это баг можно назвать, или не знаю. Ща. А, отлично, у меня есть... Вот. Все стрелы просрал. Да. И заткнись. Гениус. Бывает. Так, деревянная платформа для второго этажа. Так, надеюсь, запись не остановится, а пока в Вики слазю. Ну давай, слази. Так, печь. Ну, 15 стрел, я думаю, мне хватит. А-а-а, факел нужен. У меня есть факел. Не, у меня уж тоже есть. Просто я забыл, что он нужен. Точнее, я не знал. Но он нужен, короче. Они пытаются выломить дверь. О, отлично, теперь я могу медную руду переработать. Ну да, ведь у тебя ее там так много, да? 9. Ну, так вообще, господи, да ты богат. Медный кирпич. Ой, ёпта, помогай. Медный слиток. Ух ты. Все, спасибо за помощь. Не за что. Дебил. Глаз Ктулху. Нет, это демонический глаз. Глаз Ктулху немножко другой. Да, он побольше так, раз и так в 15. Если не в 20. Сундук. Сейчас я зрительно пытаюсь это увеличить 15 раз. Дай-ка линейку возьму, чтобы нагляднее было. Скажи мне честно, ты придурок? Нет. Так, ну давай, сейчас. Сейчас я пытаюсь измерить это на экране. Блять, они двигаются неудобно. В общем, где-то полсантиметра дальше. Это в 15 раз увеличить от сколько? 7,5 сантиметров? Я сделаю выход на... Я боюсь, что глаз Ктулху поменьше будет. Так что нет, не в 15 раз. А ты, кстати, дебил. Я только что заметил. А, их нужно несколько. Представьте себе. Просрал основную бумажку. А, вот она. Ой, ну и нахрена ты это сделал? Расскажи мне тайну. Ближний бой всегда был мой. А я исключительно был дальний бой. А, ну значит пулемет это твое. Олу, аха! Сук! Ха, я похилился. Теперь у меня нет зелий. У тебя было зелье? Да. Вот. Я его нашел в этой. Помнишь, я разбил вазу. Помню. Фак. Ладно, не буду больше испытывать судьбу. Зомби, заходи. Я не испытываю судьбу.
Да, это на. А ты можешь, кстати, через платформу стрелять. А-а-а! Только они мне сейчас... Ай! Блин. Ладно, я промолчу. Не хочу тебя. Начнем с того, что дом нужно было строить прямо на спауне. Давай, иди сюда. Прямо на спауне строй. Строитель, блин. Ну, через платформу я могу стрелять, да? Тогда почему не могу через дверь? Дверь не платформа. Кстати, хорошая арта из тебя получается. Жаль, что ты не ваншот. Я, кстати, недавно... Это вот не хедшот, это айшот. Попадание в глаз. Замечательно. В прямом смысле этого слова. Замечательно, у меня больше нет стрел. Скафти еще. Есть, у тебя еще 3 стрелы, а есть. 33. Мимо. Как знал. Ага. Я, кстати, опять в World of Tanks начал играть. Вспомнил старое. Отгадай, за кого? За Германию. Нет, за арту. А, ну конкретно я думал... за русскую. Я думал, ты спрашиваешь нацию. Ну, я, короче, в любом случае не угадал. Я на столе стою. А ты что-то меня это... Смутило это немножко. Эй! Ай! Зачем ты сейчас включал режим ПВП? Просто. Все равно, пока он у меня включен, надо, чтобы он у тебя был включен. Спасибо за стрелу, кстати. Хорошая стрела тратить, фокусу. Сейчас ночь пройдет, все будет окей. Арта в помощь. Что, арта, молодец, хорошо работаешь. Ну видишь, как уже, как ты видишь, уже троих убил. Не троих. Блять, надо в него запрыгнуть. Есть. One shot. Попадание в глаз. Пошел искать приключения в свою задницу. Ну чувствую я, ты их скоро найдешь. Ой, лечебное зелье. Так, ну-ка. Факел в руке. Я, кстати, уже вижу руду. Навряд ли ее кто-то заметит из моих зрителей, но я ее заметил. Вали отсюда! Я тут бегаю. О, я видел руду. А, ну, короче, ты ее тоже видел. Блин! А, я получил деревянных стрел за то. Стас. Я добыл данный вид руды. Медь. Да. Что да? Это я тебе говорю, что это медь. Я знаю, что это медь. Что задрот? Вот ты задрот. Бу. Задротище. Бу. Ай! Ну че, по-моему, ты зомби не сумел напугать. А кто там сдох? Я не слышу, не видел точнее. А, ты сдох? Нет. Да. С чего ты взял? Ну твой надгробный камень был. Ну, собственно говоря, да.
А, защищай меня. Так, а, спасибо. У меня 4 медных слитка. Мне глубоко насрать. КВЛ тебе защищай, значит защищай. Надо же, молодец какой. Защищаешь? Защищаю, у меня стрел нет. А, блядь! Тролль-мастер 80. Я тебя когда-нибудь предателем посчитаю и... И войну тебя объявлю. Ну отлично, у меня нет ресурсов для стрел. Я тебе их все их отдал. Ничего ты мне не отдавал. Что? 16 штук! Да, я нашел в сундука. Ну блин, в этих, как их... А, в этом... Как-то по-русски ты, господи! В горшках, во. Пошли искать приключения. Утро! Пока в пещеры не будем ходить, я так думаю. Это булыжник? Почти. Ну, камень. Ну да, считай, почти. Камень. Цветок дня. Нет, это камень. Мне лучше знать, что я подобрал. Пока. И снова здрасте. Я ваша тетя. С ведром. Почему хоть с ведром? Ну так говорит наша учительница по математике. Помнишь? Нет. Ха-ха! Эпик джамп! Фак! 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 Ха-ха! Ха-ха! Руби! Я тебя поддержу огнем. Из лука. Замечательно, у тебя больше... Проблема, я, в общем, не могу наверх выбраться. Копать слабо. Мне так лень. Не копай. Но если тебе лень, тогда ты знаешь кто. Кто? Ну, я думаю, ты сам знаешь, кто ты. Кто? Ты тот, кого нельзя называть. Кто? Ты меня обидел. Нормально, а Алекса ты не обидел? Алекс никогда не обидел. Ну ты его так же назвал. Но он заслужил. Почему? Потому что он ленивая задница. Мотивируй. Он ленивая задница. А почему ты не являешься таковым? Потому что я не такой. Мотивируй. Алекс ленивая задница. Я про тебя. Мне насрать, а я про Алекса. Не, ну слабо тут выйти. Да, слава богу, я там видишь не пролезаю, я слишком велик. Подумаешь, два блока разбить. Не два, а три. Ты мне наврал, как и Максу сегодня. Потому что обложка для дневника ни хрена, это не 6 рублей стоило. А 8. Я угадал? 7. Ну, я был близок на целый рубль. Так, что это? Я уже зачем-то пошел камень добывать. Да хрен тебя знает зачем. Да вот и я про то. Ну что, способы перемещения? Что? Какие способы перемещения, думаешь? Неправильно. Если что, там пещера большая, и тут медь есть. Так, сейчас. О! Вау. Ха-ха! Сам тогда этого не смог додуматься. Нет, ну я вообще-то там прыгал.
И у меня сейчас закончится кислород. Ладно, я не буду тебя обсирать, чтобы не портить тебе настроение. А, у тебя и так говёное. Лох. Ты вниз пошел? Нет. Я наверху. Я выше тебя, просто тебе показывается, что ниже. К тебе слизень ползет. А, ну, ну спасибо, Кэп, господи. Что ж еще сказать? Ладно, как мне выбраться наружу? Никак. Добывай камень. Или пошли копать. Вниз. Я что, сумасшедший? Я могу золото потерять, мое. Ну, у меня нет золота. Но... Ну, у тебя сколько медных монет? У меня 16 серебряных монет. Откуда у тебя столько? Это ты нищеброд, потому что. Нет, это все потому, что я арта, так скажем. Да, блядь, куда ты копаешь, дебил? Лучше вообще нахрена ты сюда свалился, идиотина. Я все равно бы оттуда не выбрался, я был вот тут. Идиотина! Можно было бы, конечно, блоки ставить и выбраться наружу. Мне ну вот ты еще раз подтверждаешь, что ты... Заткнись. Я вам про тебя молчу иногда. Ну да, конечно, играть весь день и вспомнить про уроки только в 11:30 ночи. Конечно. Да, это для меня нормально. Что ты хотел-то? Что ты делаешь? А тебя не видно, да? Видно. Но только как бы мы можем в другую сторону копать, там есть жизнь. И где ты там жизни видел? Там сердечко есть, красненькое. Сердце называется. Вокруг него прыгают зеленые и синие слизни. Так что шах и мат. Я сделал это, Кирилл! Получил мой блок, да? Нет, я открыл йогурт так, чтобы фольга осталась чистой. Эх, махренах. За свет платить надо. Я тебе заплатил. Врубай свет обратно. Нет. Ты мне не заплатил. Гони 9-10 медных монет. Десять медных монет. Вот и славно. Что? У меня стало 10 монет, на 10 медных монет больше. Как видно, что я не платил. Что за магия? Задрот ты, потому что. Ну я тут и был. И мы отсюда не выберемся. То есть только... Подожди, спустись отсюда на время. Нет, я не буду спускаться. Потому что я знаю, что ты сделаешь. Как обидно, что ты со мной оказался. Эй! Предатель! Скажем так. Ну видишь, ты же сам смог допрыгнуть. Ну где сердечко видел? Которое хилит, ты что ли увидел? Да, которое хилит. А ты какое подумал? Подумал, что хрустальное. А, которое прибавляет 20 жизней. Размечтался. Ну ты, я так понимаю, его уже взял.
Не надо на меня обижаться. Ну правильно, на идиотов не обижаются. Так, ну ты идешь, нет? Мы что, обратно пошли? По-моему, тебе в пустыню рано. Ты так думаешь? Я там был, мед пил, ты понимаешь? Так. Я тебя ненавижу. Да, все потому, что ты лох. Нет, ты не умеешь играть в Террари. Ну, конечно, ты тут у нас самый главный. Я, однако, слышал данное выражение твое. Ну, я, однако, знаю, что ты слышал мое «однако» выражение. Как ты выражаешься? Like a sir. Знаешь, кто ты. Кто? Я не задрот. Ну да, мы с тобой геймеры. А вот Макс с Кириком задроты. Ну вот как раз ко дню вернемся. К ночи, точнее. Ну, да, ты меня понял. Поверить, я не понял. А Слизень до такого не додумается. Чё? Забей. Окей. Кирик. А чё, спина белая? Где? Где? Не могу посмотреть. Ну правда, ты ж видишь всё, персона не можешь посмотреть свою спину. Блин. Most epic fail. Here are you. I свалился в пещеру. Ай, молодец! Нет, там было ай, молодца. Так что шахмат. Джунгли. Ты не видел джунгли. Так что нехрена тут говорить. Я видел джунгли, когда ты мне показывал экран. Ты не видел джунгли. Я видел джунгли. По крайней мере, подземные джунгли ты точно не видел. Подземные не видел. Как тебе повезло, что ты их не видел. Да, я отгадаю, они состоят из тех галлюциногенных грибов. Нет, галлюциногенные грибы чуть раньше. Так, я так понял, сначала галлюциногенные грибы, потом джунгли, а потом преисподние. Или это еще что-то, какие-то биомы есть? Убиваю! Да что за говно? Паркур. Feel like a zero. Кокаин, сыночка, кокаин. А кстати, где спаун? Кстати говоря, да, мы от него уже давно отошли. Мы к нему вообще бежим? Да.
А, ну да. Нет, ну тут же 2D. Если бы было 3D, тогда бы еще был какой-то шанс заблудиться. Наш уютный домик. Мой уютный домик. Заткнись. Его вообще я строил. А спроси, кто рубил дерево? Я. Уильям. Ого. Вот что у меня есть. Видишь? 74 штуки, кстати. Многовато. Я, кстати, не знаю откуда. По-моему, они в сундуке были. У меня одна серебряная, 80 медных. Так, железных слитков скрафтим. 2. Медных слитков скрафтим. 1. Всего 5 медных, 2 желтых. Ух ты, сундук. Нам нужен сундук. Я его поставил вообще-то. Нет, еще один. Ну, хоть, но нет. Ну да. Я тоже так думаю. Ого. Тут огнемет есть. Тут есть огнемет. Жиль. Власть с Вики. Чего? Власть с террария Вики. Зачем? Зачем? Я же знаю, что тут он есть. Я слышу, ты дебил. Слышь, ты идиот? Нет. Да. Да, теперь верни мне мою медь. Какую медь? Которые 9 штук я тебе уронил. Медные слитки именно? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Принял. Так. Сейчас хп отрегенится, еще раз судьбу испытаем. Не надо мне судьбу испытывать. Че тут, Дима? А, беспощадный медный меч. Сколько для меча нужно? Хотя нет, меч мне не нужен, мне нужна кирка. Раз, два, готов? Нет. Ну давай. Ну давай. Так, а когда мы начали снимать? Спроси что-нибудь полегче. Наверное, так, стоп, когда мы... Так, 17.14. В 17.15 мы начали снимать. Уверен? Да, ну просто разговор, ты выкинул Алекса из танцу и в 17.15. На 14 я вообще это его выкинул. Ну, 17.14, ну значит, начали снимать в 17.15. Ну, блин, ну, серия да, уже достаточно долго идет, я думаю. Ну да. Я думаю, на этом можно закончить. Закончить. Так что. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Да. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Да, ссылка на канал каждого будет под видео. На канале каждого. Да. Так что. Пока. Всем пока.